Витаю. С вами Егор Похта, программа «Пох факту. И сегодняшний есть голова Миколаевской городской рады национальных товариств Анар Ахундов. Витаю, Анар. Добрый день. Чем занимается Совет национальных обществ вообще? Сколько таких официальных организаций входит в Совет национальных обществ? Как они финансируются? Вообще расскажите, пожалуйста, что что подразумевает под собой такая серьезная организация. Потому что я уверен, что многие наши телезрители даже не подозревают о существовании такой серьезной организации в городе. Ну, наша организация сформирована в 2010 году. С 2010 года мы ведем активную общественную работу. Членами совета являются организации, другие диаспоры. Мы занимаемся в основном национальными обществами, которые проживают в городе Николаеве. Это более 14 организаций. Если в совокупности посчитать всех членов организации, которые ежедневно работают в этом направлении, это более 7,5 тысяч людей. Мы одна из самых больших организаций в этом городе. Это в городе, да? Да, Мы городская организация. Угу. Я с гордостью могу сказать, что аналогов таких организаций в Украине буквально нет. Есть только в Николаеве, в Киеве и в Непопетровске. Угу. В Днепре. Так. Да. Как? Как в Днепре сейчас, да, как? Да. А чем, собственно, ну вот, как я уже сказал, спросил чуть ранее, чем в принципе занимается вот Совет? Ну, понятно, что это некая такая как надстройка над национальными обществами, да. То есть что что делает Совет? Понятно, что национальное общество, они, ну каждое, ну если говорить очень очень примитивно, варятся как бы в собственном соку, занимаются с развитием своей культуры национальной, да, ну как диаспоры внутреннее вот а совет чем занимается чем помогает может быть вы знаете в Совете существует несколько направлений одно из направлений например, это юридическое направление конечно же то есть диаспорам содержать своих адвокатов юристов которые могли бы им оказать помощь очень сложно у нас эта практика уже есть у нас в городском Совете существуют адвокаты которые регулярно оказывают ту или иную помощь второе направление это гуманитарное к сожалению, волей судьбы люди, оказавшиеся здесь, но они уже здесь, не всегда финансово состоятельны и могут себе позволить прожить даже в нашем городе. И эту заботу берем и на себя. Мы еженедельно оказываем и продуктовую помощь, и медицинскую помощь, а также и в благоустройстве этих людей. Третье наше направление, одна из мы считаем основным. Почему? Потому что все-таки это работа с молодежью, работа с детьми. Любая работа с детьми – это инвестиция в наше будущее. И для наших детей мы организовываем кружки, танцевальные ансамбли, стараемся максимально-максимально занять их недосуг, чтобы наши дети не были бы на улице, наши дети не были бы около компьютера. Они целыми днями занимались бы какой-то правильной и нужной работой для того, чтобы со временем с них выросли бы полезные граждане Украины. А на базе чего это все происходит? Ну вот те же кружки там допустим есть какое-то отдельное может помещение либо просто есть договоренности с разными структурами, где снимаются помещения или они предоставляют Нет, есть помещение. договоренности с разными исполнительными, будем говорить подразделениями, которые предоставляют нам помещения. Есть помещения, которые диаспоры сами арендуют угу. для того, чтобы проводить те или иные занятия. И работа ведется очень эффективно. Вот я могу как пример привести, только вот на водопроводной существует одна из наших общественных организаций, где занимаются более 170 детей. Там есть кружки и бисероплетения, и гончарного искусства, и хореография. И заходя туда, видя каждый раз, как дети с удовольствием приходят туда оставляю там свое время, но получая очень большой багаж знаний, я считаю, что мы выполняем То есть там, там занимаются, сроки. насколько я понимаю, дети в этих кружках из разных Не обязательно. Не обязательно. Мы очень приветствуем, когда приходят дети и, будем говорить, украинской национальности. Это дает возможности им лучше друг друга понять. Ведь самый большой страх перед национальными обществами это незнание их, непонимание. Мы ведь, когда говорим, например, ну, там, допустим, там, молоко белого цвета. Или кто-то нам пойдет и скажет, что нет, молоко черного цвета. Или у нас сразу появляется страх, что как это. А когда, особенно дети между собой общаются, когда дети могут рассказать, показать свое искусство, традицию, свои тонкости языка, то я с большей уверенностью могу сказать, что люди намного больше интегрируют и сближаются с друг другом. Ну вот у нас, насколько я знаю, в принципе, ну, я, мы говорим о городской, городском совете да, национальных обществ, а, насколько я знаю, в принципе, в области, ну, вот там больше, у нас проживает больше ста национальностей, да, в Николаевской области, имеют, есть ли какая-то информация, все ли вот эти диаспоры имеют вот свои такие вот подобные общественные организации? Либо нет такой информации по области, есть только по городу. Нет, почему же? У нас в области проживает 133 национальности. Вот. К сожалению, не все диаспоры имеют уже, будем так, структурированную общественную организацию. Угу. Кто-то на пути к этому, кто-то к этому еще не пришел и не собирается делать. Но я с большей уверенностью могу сказать, что с каждым днем представители разных национальностей в городе и в области становятся все больше. И думаю, что они структурируются в ближайшее время. Окей, okay, хорошо. А тогда такой вопрос: а э, каким образом э, происходит финансирование э, вот подобных э, диаспор, ну, скажем так, общественных, э, вернее, не наци а, национальных обществ, да, разных? Э, я так понимаю, что они, э, как правило, финансируются э, изнутри. То есть люди, возможно, ну, не все, может быть, там какие-то взносы да, делают, может быть, там люди, которые более состоятельны, содержат эти общества, либо как-то еще. Как, как это ну, все давайте происходит? Исходите из основ. Да? Любая общественная организация, и основная чле, цель, задача любой общественной организации это защита прав и интересов членов своей организации. Если организация сформировалась, объединились там. Пять и больше человек, которые преследуют определенные свои цели. Там, допустим, в национальных обществах это защита прав и интересов, в национальных обществах сохранение корней, развитие э, культуры, языка, традиций и литературы. Э, очень часто мы сталкиваемся в области, в городе, слава богу, этой ситуации нету, что область полностью финансирования этих национальных обществ берет на себя. А областной бюджет. Областной бюджет. Uh -huh. В областном бюджете существует программа по поддержке и сохранению национальных обществ. Так. В городе этого нет. Но приведу знаете, жизненный пример. Городской совет национальных обществ, та организация, которую я возглавляю с 2010 года. С 2010 года у нас нет ни отчетного счета своего, у нас нет ни копейки бюджетного финансирования. Но при этом э, наше общество, и мы решаем, что мы хотим построить памятник. Мы собираемся и строим памятник. Мы решили, что мы хотим создать еще один новый коллектив. Мы собираемся и его делаем. Основа ведь чего? Потому, потому что если те же э, члены организации, те же люди, которые занимаются этим если оно им не надо и они не готовы это финансировать, зачем эту финансовую сложность должны перекладывать на плечи налогоплательщиков? Давайте сформируем. Да бюджет сформируется, как правило, в основном из э, налогов. Налогов людей, которые собирают. Да, к сожалению, Украина не настолько богатое государство. Может быть, если оно было бы настолько богато, как там арабский мир, было бы, может быть, проще в этом вопросе. Но на данный момент, я думаю, в Украине существует очень много проблем, и куда можно направить эти налоговые средства, для того, чтобы развивать инфраструктуру, город и другие направления. Я бы хотел бы привести вот один из примеров. Одна из общественных организаций получает зарплату с областного бюджета. Это в районе 6 тысяч. Зарплату э, кто, Гра... кто получает? Глава организации. А, глава организации, глава организации. Угу. получает зарплату в районе 6 тысяч. И как глава этой организации может выполнять свои прямые функции и обязанности по защите интересов своих членов? Когда этот глава организации решил выступить против исполнительной власти, в ЗС ущемление национальных обществ. И ему сразу же начальник управления, который выплачивает ему из зарплаты, прилюдно напомнил о том, что где ты зарплату получаешь, опомнись. Да, существует и, слава богу, проходит очень много конкурсов в управлении молодежи, в управлении культуры, по работе с общественными организациями. Почему-то такое очень странно, что одни и те же организации и на одни и те же проекты получают деньги. При том, что в законе сказано, что одно и то же мероприятие можно финансировать единожды только. Ставился вопрос вообще, ну вот вами лично? Ставился один вопрос, я вам могу привести пример. Например, ежегодно в Николаеве проходит фестиваль «Дружба». Так. Ежегодно с областного и городского бюджета на него выделяются очень немалые деньги. Это от 60 тысяч и выше. Ну, все зависит от бюджета. На наш вопрос, когда мы сказали, что почему мы должны каждый год выделять столько денег, на мероприятие. В рамках этих денег э, глава областной организации приглашает э, коллективы из других регионов, оплачиваем проезд, пропитание, там, жилье. Почему нельзя за эти же деньги вырастить свои коллективы, обеспечить и сделать им материально-финансовую базу? Почему мы должны за деньги наших налогоплательщиков, за старания наших людей, которые здесь в Жене живут? Ведь как бы мы ни говорили, областная городская организация, все равно все сконцентрировано в городе Николаев. Все областные организации в основном работают и живут здесь. Но почему за наши деньги мы должны содержать других? Ну, то есть я, я понял ваш посыл о том, что вы категорически против финансирования общественных организаций, в частности и национальных обществ, из бюджетов любых. Вы знаете, принципе, я наверное здесь да? сделал бы только какое-то маленькое отступление. Угу. Мы часто сталкиваемся с организациями, которые приходят к нам за помощью. Это организация, например, инвалидов, участников Великой Отечественной. Угу. Ну, вот думаю, вот наверное, вот в этом случае государство должно предусмотреть а, все-таки финансирование, так как члены этих организаций и так получают там пенсии, дотации, если они еще будут своими деньгами содержать свою уже общественную организацию. Ну, это наверное будет. Ну хорошо, это это отдельная как бы тема, да. Но в принципе. В, принципе, там, в да. принципе, вы против, да? Хорошо, а я задам такой, может быть, неожиданный вопрос, не связанный с, вот, с национальными обществами, но связанный с финансированием э, из бюджета. Не так давно, как мы знаем, э, был принят, э, вступил, вернее, в силу закон, который, э, которым предусматривается э, финансирование из государственного бюджета политических партий. Ну, вот такой вот неожиданный вопрос, да? Ведь политическая партия, она, по сути, тоже некая, ну, можно так ее назвать, общественная организация, потому что она состоит из людей, ну, как бы, да, вот, и вдруг, по настоянию определенных, ну, скажем так, политических кругов, да, которые, опираясь на некий зарубежный опыт, протолкнули этот вопрос о финансировании политических партий из государственного бюджета. Вот как вы к этому относитесь, например? Потому что, ну, понятно, что там, конечно, не, не сильно большое финансирование, такое, как на самом деле тратится в период предвыборных кампаний там, и так далее. Но финансирование за наши же деньги, допустим, партии, которые мы, допустим, не поддерживаем. Ну, каждый, у каждого человека свои предпочтения, и политические в том числе. А мы, получается, финансируем всех. Вы знаете, конечно, в Европе за границей есть очень много интересных, хороших примеров для работы государственных структур. Но мы почему-то стараемся всегда брать, ну, наверное, не самый лучший пример. Я, как и в разрезе с э, общественными организациями, так и с политическими партиями, как и теорически просто против, чтобы финансировали бы политические партии, у них также по уставной деятельности разрешается собирать членские взносы. Если действительно эта организация, будем говорить, близка народу, если эта организация несет благо, если эта организация помогает людям... Я, я бы э, еще добавил, идеологически, идеологически близко организация. Да. Да? Согласен. <свят> То люди сами начнут ее финансировать. У нас есть с вами очень много примеров, и я могу их приводить ну, безумное количество, наверное. Когда люди, объединившись, сами делают э, благо и создают, не оглядываясь ни на исполнительную власть, ни на бюджетные деньги. Поэтому, ну как можно содержать политическую партию, которая должна работать для людей? Получается, она работает за счет людей. Ваше мнение? Вы знаете, я думаю, Игорь, что они пытались тем самым, ну сейчас очень модно так говорить, уйти от политической коррупции. Угу. Но все равно мы от этого, к сожалению, невозможно будет уйти. Невозможно будет от этого уйти, потому что расходы любой общественной организации, там партии, если вот должно быть направление неблагонадежное, то оно все равно будет финансироваться. И мы об этом с вами не узнаем. А печально то, что те деньги, которые могли бы пойти там, на наши школы, дороги, сады, культурные заведения, они будут уходить в никуда. Ну, возможно, возможно. Возможно, я с вами соглашусь. Но э, все равно существует э, большое количество людей, которые считают, что э, государство, ну, а под государством понимаются и государственные бюджеты, и местные бюджеты, любые бюджеты, то есть деньги, ну, как бы деньги не из кармана, да, хотя это деньги из наших карманов, все на самом деле. То есть очень много людей до сих пор э, считают и будут продолжать считать, я так думаю, э, чтобы э, и партии, и какое-то количество общественных организаций, которые якобы работают, ну, как бы работают, по идее, на, э, для людей, да, они должны получать финансирование от государства. Тогда, мол, э, будет некое государственное око. То есть некий контроль. То есть государство сможет в случае чего одернуть. Ну, в хорошем смысле. Люди так думают. Да, да но тогда в вот. чем же смысл свободы? А смысл свободы как бы ведите себя, но в рамках допустим, в рамках законов определенных. Потому что если не будет контроля со стороны государства такого, да. а контролировать можно с помощью денег. Это же инструмент манипуляции. Но больше я вам скажу, инструмент манипуляции наверное в минусовую сторону. Минусовое почему? Потому что благодаря тем или иным финансированиям они ограничивают свободу и возможности этих организаций. Мы и так подконтрольны государству. Мы подконтрольны там, правоохранительным органам, мы подконтрольны другим всяким службам. Ну вообще мы зависимы друг от друга. Да, то есть это нормальный естественный процесс. И поверьте мне, если я даже не финансируюсь государством, если у меня нет расчетного счета, не дай бог, если я ступлюсь где-то и сделаю неправильно, то, поверьте мне, меня отдернут и хорошо отдернут. кроме вот этой общественной нагрузки, я назову это так, на высоком посту главы Совета национальных обществ, которую вы тянете на себе, ну это так, я с иронией говорю, вы являетесь, в общем-то, бизнесменом, у вас есть магазин мужской одежды с очень хорошим, назовем это так, рейтингом, да, или там вот местом, местом в городе Николаеве, и э, вот что вы можете сказать с профессиональной точки зрения, э, касаемо, например, вот николаевских мужчин, же магазин мужской одежды, э, их платежеспособности, возможно, как это можно, ну, скажем, ну не то чтобы отследить, а вот э, понаблюдать картинку, вот э, тот срез э, ваших клиентов вашего магазина, он может говорить о о том, что в Николаеве все-таки не живут э, ну, бедные и нищие люди как это пытаются очень э, постоянно показывать достаточно много интернет-ресурсов, ну, медиа-ресурсов, да? потому что ну, такое впечатление создается, что у нас тут Николаев это э, ну, абсолютное дно мира э, в, э, убогих людей. Город убогих людей, в котором, ну, я не знаю, там завтра у меня такое впечатление, что иногда, если откроешь какой-нибудь интернет-ресурс, там будут уже там фотографии там вздувшихся, простите, трупов, которые будут валяться от голода, вздувшихся там, умерших людей, сплошные бомжи, бродячие собаки, убийства, насилие, в общем, работы нет, денег нет, еды нет, вообще ничего нет, Николаев. И вот на, на примере, допустим, магазина, а у вас магазин, насколько я знаю, ну, скажем, выше среднего сегмента ценового, да, вот, раз он существует, значит, есть клиентура. Вот что вы можете сказать по я этому скажу, поводу? Что, э, мой фэшн бизнес не закрыт в одном городе Николаеве, мы представлены в других городах Украины. Тем более, тем более. И э, я с уверенностью могу сделать срез, по многим регионам Украины. Uh, не столько даже эта работа, а сколько, ну, я скажу, что стиль жизни, удовольствие. Фэшн-бизнес очень интересный и Единственное, что можно, быть, наверное, подметить, что за последнее время в Николаеве есть вот, брать, брать так у нас э, в фэшн-бизнесе есть такое понятие средний чек. Если uh -huh. брать средний чек по Николаеву, мы заметим не очень приятную тенденцию в том, что перестает быть средний класс. Он просто куда-то тихо исчезает. Но, с другой стороны, с уверенностью, с радостью, можно сказать, как раз вот мы с вами встречаемся в период предзаказов следующего сезона, и проведя анализ, например, сезона весна лета мы видим, что динамика есть, динамика положительная. Я еще раз говорю, с уверенностью всегда говорю, что в Николаеве очень-очень много состоятельных, богатых людей. Люди начинают разбираться в торговых маках. Люди, приходящие в магазин, они ни в коем случае не хотят ни ткани. И если ты им представляешь какую-то даже вещь, которая будет состоять из компонентов половины натуральной и ненатуральной, он предпочтет натуральную вещь. Ну, то есть, насколько я понимаю, если вы говорите об таком размывании, я не хочу слово употреблять, исчезновение от вот среднего да, класса, размывание среднего класса, то получается, что у нас есть, ну, скажем, большая очень категория людей, которые предпочитают одеваться ну, на рынках, условно назовем это так, да, и есть категория состоятельных достаточно людей, чуть выше среднего класса. Ну, чуть выше среднего класса, вот. чуть, немного. Чуть выше среднего класса, которые предпочитают одеваться, ну, например, в вашем магазине, да, ну, и в подобных uh, заведениях. Вот, то э, в принципе, и если есть тенденция к росту, значит получается, что у нас процент богатых людей богатых растет. Людей растет да. Но размывается процент вот среднего, среднего, среднего класса. класса да? О чем это может вообще э, свидетельствовать? Э, сложно судить, но э, скажу следующее: что если растет процент, почему он еще растет? Покупательная способность, будем говорить, дорогой категории этого. Люди хотят э, покупать хорошее. Люди хотят покупать качественное и люди хотят покупать э, имя бренд. Когда человек одевает, он уже вот, привык, он носит там торговый маяк АКД, он носит там Дик Бикенберг, и он хочет дальше продолжать. Он прочувствовал это качество, а эти вещи не дешевые. И я думаю, что м -м, мы, может быть, даже с вами неправильно сказали, что он размылся. Нет. Средний класс, он... Кто-то посчитал, что для меня комфортная одежда та, которая подается на рынке. А кто-то посчитал, что я сильно себя люблю, и я хочу одеваться хорошо, качественно и носить хорошие дорогие бренды. Другую тенденцию вам скажу. Мужчины в Николаеве стали носить яркие вещи. И это независимо от возраста. Мужчины, будем говорить, в приличном возрасте приходят вот и я вещи. Я кстати, спросить о возрастной категории. Приходят, Это тоже очень любопытное. Это вещи, момент. которые м, даже не каждый молодой себе может позволить именно цветовую гамму. Угу. Это и персиковые тона, и желтый, и бирюза, и марсаль. Это очень приятно. Если мы, может быть, там годика 2, три, 4 наблюдали, что зимой, осенью зимой, город превращался в серую Серо-черную, да, тона, совершенно. То верно. сейчас вы же часто можете обойтись, что зимой мужчина идет в красном пуховике. Или в желтом. В желтом пуховике. Вот у меня есть желтый <соргут> пуховик, <соргут> <соргут> например. Брюки. <соргут> Мы уже уходим от тенденции, что это просто синие и черные. Нет, он может одеть болотные, темно-зеленые. Он может зимой одеть белые. И даже такая тенденция То есть, есть. мир раскрашивается в некие да. более яркие краски, да? да? да, да, да. Но это, это на самом деле очень хорошее и приятное наблюдение. Я, потому что я лично э, всегда иронизирую по поводу николаевской моды, или, вернее, моды по-николаевски, да? Где всегда преобладали э, вот э, ну, такие вот, э, если говорить об одежде с, и, с рынков, да? Ну, такое вот, такое э, словосочетание. То всегда преобладали вот эти черные... В лучшем случае серая, хотя на самом деле любой, любой, ну скажем так, человек моды, да, или там владелец магазина, грамотный продавец, дизайнер и так далее, он всегда скажет, что черное это не один цвет, их много, да. да, как и серого, как и белого, они разные ткани, могут быть по-разному смотреться и так далее. Но то, что яркие цвета, наконец, пришли в наш любимый Николаев, Даже это очень хорошо, тем они более... Бегут. Бегут, тем более Бегут, что да. и, э, город южный. Здесь должно быть все ярко, ярко, красиво, не пестро, но ярко и э, благородно. Я так да, думаю. Да? да. Ну хорошо, хорошо. Мне очень приятно, что мы заканчиваем наш, нашу программу вот на. Э, в таком позитивном и ярком фоне. Спасибо вам большое за участие в программе. Я думаю, наши слушатели удовлетворены нашей сегодняшней беседой. Напомню, что у нас в гостях, у меня в гостях был Анара хундов глава Миколаевской Миской Рады национальных товарист Миста Миколаева. Я с вами прощаюсь. Игорь Пов, був с вами. До побачення.